Так, снова всем привет. Значит, сегодня загадим какого-нибудь саппорта. Какого саппорта? Так, значит, какой сейчас подойдет, посмотрим. Блин, фиг его знает. Возможно, даже я возьму шейкера. А где он? А вот он, шейкер. Возьму шейкер, качаем первый, значит. Через что качаться? Через Soul Ring, либо стандартный купить. Хер его знает. Ну, купим стандартный. А потом закуп. Так, куру. Стандартный закуп, значит. А там уже... докуплю Soul Ring. Значит, скажу про скиллы. Первый. Сейчас я прочитаю вам. Так, значит, герой бьет по земле своим громадным тотемом, заставляя землю перед ним растрескаться, нанося урон врагам и оставляя непроходимую борозду на некоторое время. Значит, ну, прочитал, вы, наверное, поняли. Херню такую ложит, ударяет по землю, борозда такая появляется, нанося урон сопернику, и через нее нельзя проходить. 8 что ли секунд, да, 8 секунд. Ты уебать что ли, дурак, сука, видели, да, уеб я ему. Значит, второе, значит, дум фармит пусть. Второе, заряжает тотем, увеличивая урон следующей атаки. Значит, короче, такая фигня, стоите рядом с соперником. Или не обязательно рядом с соперником, вообще. Стоите, нажимаете второй скилл. Нажимаете второй скилл, он ударяет по земле сначала. А, тем самым, по-моему, даже оглушая на какой-то небольшой промежуток времени соперника. Да, оглушая. Вот думаю, накидали. Значит, и следующий его удар будет... сильнее, то есть он ударяет по земле и потом уже берет со своей спины вот эту дубину эту и долбит по врагу ей. Бля, это дуб какой-то, пиздец. Я качаю первую и третью всегда. Дум, бля, либо ты фарми нормально, либо я тебе не дам фармить. Либо я нихуя ничего не понял. Я говорю, фарми нормально, либо я тебе не дам фармить. А, как бы... не по. Ну все, окей. Блять, куру хотел. Хотел. Хотел куру. Подловить. Но, блять. Вовремя не успели ее отвезти, короче. Так, значит, что я куплю сейчас? Блять, Soul Ring, пожалуй, да? Я соберу Soul Ring. Бля, я не знаю, как снимать гайды, так как, блядь... ой, попадаются, блядь, уёбки одни, сука. Я не, ну, блядь, переснимать по 100 раз, у меня нет желания. Блядь, это муторно, блядь, сами понимаете. Я сейчас сниму гайд, блядь.
Как получится, так получится, в принципе. Я покажу, как играет герой. И расскажу про скиллы его, да? Что ему собирать, про скиллы, как правильно играть. Вот. Переснимать, бля, я ебал в рот. Я уже заебался, честно говоря. Блять, вот мразь. Ну пиздец, меня сейчас зажали. Это пиздец. Ще ебнулся. Зажали крипы, блять. Блять, не того же. Бля, где пуш? Я что-то опасаюсь его. Ага. Блять, ну он же хуканул, ебать, не попал. Как она опять прибежала к нему? Ще ёбнутый, пиздец. Бля, меня вымораживают эти, сука, твари. Ебаные, блядь. Которые, блядь, я не знаю, в доту вообще не умеют играть. Ну, блядь, элементарные вещи, ёбаный в рот, элементарные. Как, блядь, они сюда попадают, я не знаю. Как, сука. Молодец, молодец. На тебе, сука. Там пуш, хуль ты там стоишь-то, придурок, блядь. Палю его, ебать. Ну ща ты допалишься. Слушай, блядь, смотри, где это. Блять, ты видите, да, на автоатаке хуячит, ни мне не получается добивать, и он сам не фармит. Блять, ну тварь, а, зарепорчу, точно, сука. Зарепорчу. Нету нихуя репортов. Мне уже их не дают. Я просто всех репорчу. Давай, короче, надо их пробовать, ты там лучше играешь, ты там подскажешь. Чего? Бля, чё он делает? Отойдём. Ага. Во. Soul Ring. Куда? Шалава, блядь. Ну сейчас я вас заебу, друзья. Ой, заебу. На! По горбу, сука.
Не пугай, не ходи, блядь, Дум. Ёбнутый, сука. Блядь, ну вот так вот приходится играть. На, закройся. Да ты нулевой, сука, ты вообще нулевой, блядь. Заебал, блядь. Дальше я за него не играю, блядь. Я за Бару играю, блядь. Какой раз ты в Доту играешь, блядь? Бля, ну не драчу я на нее, заебал. А как тебя ко мне кинуло, блядь? У меня вообще там приоритета нету даже. Короче, я за Бару играю. Играю, заебись, чё ты доебался? Ты по кайфу так и играешь. Ну вот, блядь, как снимать тут гайд, я хуй его знает. Как? Разработчики Доты, блядь, полные уёбки. Ну, это мое мнение о них. Кроме Бара вообще никак, блядь, не получается. Да все, я понял. И это, блядь. Они такие настолько конченые, что они из Доты, блядь... Чё они хотят сделать, непонятно. Чё? Чтобы у неё перестали играть? Блядь, перестанут. Подождите немного, сейчас. Пройдет немного времени, в том же духе, если они будут продолжать делать вот эти всякие муты, вот такой вот, баланс, да? Перестанут играть, да, не все, но много человек уйдет из Доты. Это и 100%, 100%. Если они продолжат в том же духе, блядь, я уверен. Шалава. Вот так вот, сука. Войд, Войд. Сейчас поставит куда. Да убегай ты, блядь. Ёбнутый. Мы бой. Ой, блядь. Ну пиздец. Вдвоем бы забрали. Как тут играть, блядь, как? Пиздец просто, блядь. Это не Дот. Я, блядь, первую что снимать, я хуй его знает. Хочешь первую, блядь, играй. Это пиздец какой-то, нахуй. Нате, сучка. Да хуй я его убью, ебать. А, ну этот пидор. Ну все, пизда мне. Понял. Не заметил, что этот хуесос еще здесь, сука. Пиздец. Темпларка, ты, блядь, 9-й левел, ты хоть, сука, раз ты пришла, блядь. Уёбище, сука. Блядь. Пойду на мид, нахуй. Все, у меня нервов нет уже. Никаких, сука, нервов не хватает, блядь. Никаких. Ставим рядом с крипами, блядь, чтобы это хуй сосина еще нас не хуканула, блядь. Где эта тварь? Нету. Уже обходит, наверное. Уже, блядь, план там у него, план, блядь. Сейчас шейкера я убью. План. Да, слышь. Ну пиздец, ну как тут играть? Ну как, блядь? Чё, вообще ёбнуть? Чё за дисбаланс, нахуй, это ебучий? Как сюда ко мне попадают такие дятлы, блядь? Ну как? Пиздец, нахуй. Не Дота, а хуйта вообще полная. У меня с каждым днем, блядь, больше отвращения к ним происходит, честно, блядь. Я с каждым днем, я... Блядь, чё, бар вообще никакой. Всё, заткнись, нахуй. Все меньше и меньше вообще играю, честно. Я раньше, блядь, мог днями сидеть хуярить, когда было время свободное. Сейчас вообще желания нет, вообще. А чё тут играть? Чё тут? Вот зайдешь, блядь, постоянно. Даже чаще, чем через матч, вот такие вот придурки попадаются. Ну, какой интерес играть? Вообще никакого, абсолютно. Проигрывать из-за того, что вот к тебе в команду попадаются вот такие, блядь, дауны. Вообще желания нет, тогда лучше вообще не играть, блядь, как по мне. Либо, блядь, лучше с ботами поиграть, блядь.
который, блядь, куру купит, ворды поставит, блядь. Все делать будут, блядь. Потому что в них это забито, блядь. Ну, пиздец полный. Ну помогите вы, помогите вы. Слышь, овца, ты шла нахуй отсюда. Тут пуч, блядь, пуч, сука, где-нибудь. А, пуч вон, вон. Нас не попал, вот не попал, так не попал. Пойду я за арканами скажу. Ой, блядь. Арканы. Чё это за хуйня? Что собирает, в принципе, все правильно. Блять, что-то я тупанул. Я вроде нажал дачу шурт. Утонул зачем-то. Дум, блять, вы видели? Дум, ты вообще конченый? Ты вообще конченый, сука, ты мне скажи. Ну-ка. А? Скажи, блять. Говорю, блядь, не ебался я, что дальше? Сука, идите нахуй, я ливаю, блядь, твари ебаные, сука, заебали вы уже. Короче, я в лес, идите нахуй. Давай, давай, иди, иди. Хотя пойду я ебану там кого-нибудь, сука. Да не вопрос, я в лес иду тогда, бара, хули. Тащи. Ты сам-то на свой счет посмотри. Ты мне говоришь? Ну да. А ничего, если я саппорт, блядь? Это ничего тебе не говорит? Придурок ты ёбаный. Результат говорит обо мне, бля. Сука, не играй в доту, пожалуйста, я тебя умоляю больше. Не играй. Обязательно где-то. Я тебя по-хорошему прошу, пожалуйста, не играй больше. Не нужно тебе это. Хорошо, хорошо. На таком левеле, бля, какой он левел, интересно? Пятый, блядь. Вы прикиньте, я знаете какой? Я 63-й. Ой, блядь, я сдох. Эй, да похуй. Я 63-й, блядь. А он 5-й, и ко мне он попал. Давай раз на раз, короче. Ты мне предлагаешь? Не, блядь, хую. Так ты чё, мне предлагаешь? Да, да, да. Встретиться хочешь, что ли, или что, я не понял. Какой нахуй встретиться, блядь, с доту, блядь, раз на раз. А, вот ты что захотел. Да, блядь, не вопрос, давай сыграем. Бери бару. Я возьму бару, но как бы, блядь, без доту будет. Ну давай. После этой игры давай. Не подожди, смотри, кого ты бьёшь. Ну, у меня нет ульта, короче, нехуй тут делать. Ну, куда он пошел? Ну, бля.
Ну что он делает? Ну пиздец. Так чё, Дум? А ты за кого будешь? А я за Веспа. Хочешь? Да, да. И ты меня победишь? Ну, скорее всего, да. Нет, я если будем играть, возьму тоже нормального героя тогда. Хули там за Веспа-то играть? Давай, предложи мне, за кого сыграть, я сыграю. Кроме Войда, бери его. А не вопрос, я за него вообще не люблю играть. Единственный Войд меня убивал раз на раз. Я сейчас подумаю, кого взять, блядь. Бару убить. Я играл, кстати, блядь, против друга как-то, блядь. Я играл снайпером, он барой. И, блядь, я его убивал постоянно. Постоянно убивал, и он ливнул, короче. Говорит, в пизду. Вообще хильнется, сука. Просто так Дум вешает, короче. На те, сука, толстая. Ай, блядь, что ему нужно? Нужен блинк, короче, нам. Блинкаться. Да, если я... Вась, ну ты шо ёбнулся? Ну? Ну вообще отморожен какой-то. Как так можно, блядь, бегать, блядь, среди нас, блядь, один? Ну это уже наглость, не... Наглеть так нельзя. Стою в крипах, блядь. Бля, кто бару контрит, блядь? Неинтересно. Блять, вот гандон. Ах ты, сука. Пошел нахуй. Пизда ему. Кто контрит бару, бару, бару. Бля, в темпларку можно взять, только я, блядь, ей... Хуй знает, я ей, блядь, пару раз, наверное, играл. Ну, не нравится мне этот герой. Давно я уже ей не играл, пиздец. Темпларку можно взять, так. Бля, как вариант, да, можно, кстати. Можно, да. Выложу это видео. Как видите, здесь, блядь, играть уже нехуй вообще. Я даже просто так бегаю от пизды. Вообще мне похуй. Вообще похуй, не похуй. Куда, сука, и шаг? Сука, пуш, блядь. Какой пудж, блядь, это пиздец. А, или пуджа взять против бара, блядь. Хотя, блядь, не лучшая идея. Нахуй сосина, блядь. И кому больнее, блядь, ёбнутый. Дум, блядь, такой Дум, это пиздец, это пиздец.
ломаются, суки. И на, сука. На. Ой. Стой, стой. Вот гандон, а? Вот гандон. Чё там? Так что вы имба ебаный, который я вскоре буду в жопу драть. Гуля, блядь. А, это Бара. Бара, сука, ты обоссанный. Ты не застрял, ты, сука, зассал, блядь, в кустах спрятался, гандон. Кому? Ты мне репорт хочешь дать? Да? Да мне вообще похуй, если честно. Хоть, блядь, 100 репортов. А во-первых, ты уёбок. Во-вторых, я пошутил. В-третьих, ты, блядь... Забыл, я что хотел сказать. Короче, ты уёбок. А, в-третьих, блядь, твои репорты, свои репорты можешь в очко себе засунуть. Мне похуй вообще. Да мне похуй вообще. Ах ты сучка, ах ты сучка. Блять, нажал башню бить, что-то он, блядь, куда-то побежал, нахуй. Непонятно. Нахуя он огонь включает? А, можно еще взять этого, блядь. Ебать, вот этот ебаный стан его. Ну это пиздец, конечно. Да пошел ты нахуй. Бара, давай, давай, как раз, блядь, бежишь. Вовремя. Хуесос, сука. О. Видишь, доктор Уль, блядь. А Войда нахуй не надо. Нахуй нам Войда ультовать. Ёбаный в рот, зачем? Хули этот Войд? Обоссанный ты, придурок, блядь. Видишь, доктор ультует. Ну ты конченый, сука. Нахуй тебе Войду ультовать, правильно? Нахуй его убивать вообще? Пусть он бегает, тебя нарезает. Я ультану вещь доктора, блядь. Сука, ты такой конченый, ты пиздец, сука, мразь, блядь. Да хули вы здесь, сука, трётесь, блядь? Блядь, меня бесит уже, сука, это дота ебаная. Как такие мрази попадаются, это пиздец. Ну как, блядь? Вообще-то, блядь, про тебя было сказано, что, блядь, нас пока убивали, блядь, потом вы пришли, два долбоёба, сука. Уёбок, блядь, тупой еще. К тому же, блядь. Дум, ты ёбнутый, иди крипа, сожри хоть одного, блядь.
куда ты, мразь, нарезаешь, нахуй? Куда? Да что ты? Шакалин, ёбаный. На, сука. Вообще охуевший. Ебать, он жирный, бля. Пиздец у него затар. На, шлюха, блядь. Давай, сука, давай драться, блядь. На, блядь. На, сука. Пошел ты нахуй еще, сука, пидорас, блядь. Показал бы ты, я тебе показал, блядь, все, молчи, нахуй. Сука, не попал. Шаг, это ты че, ебаный, блядь. А где спектра, блядь, мне интересно. Еба у нас денег, охуеть. На те шалава, блядь. Чё дальше, блядь? Зато тебя я убил, ёбнутый. Ну да, я убил тебя. Мне даже писать не хочется вообще им ничего, блядь. Мне столько похуй на них, что просто пиздец. Я играю на отъебись вообще. Если бы, блядь, я действительно серьезно подошел к этой игре, я, блядь, апнул кур уже сразу же, блядь, я бы, блядь, завардил вообще все здесь, блядь. Чтобы пуш, блядь, пидорас нигде не лазил. Я бы, блядь... Так, значит, продаем эту хуйню. Сюда. Сюда? Блядь, перепутал. Вот, значит, так, значит, так. Лох, лицо обманутое хулиганом, блядь. Я, по-моему, это слышал уже давно, правда. Сейчас вспомнил. Все бы, блядь, завардил. Все, я отвечаю, я бы, блядь, мега засапортился, блядь. Так, стою сюда. Короче, тактика. Начинается замен... Начинается замес. И это, блядь. Начинается замес, короче, мы с блинка влетаем в замес, ультуем, блядь, ставим фишуру, потом вторую, и, в принципе, на этом наша роль закончена, как, в принципе, и вся драка должна быть закончена. Вот. Наша лава, блядь. Бля, не хочу один ходить, блядь. Чё этому думал, надо покупать? Чё у тебя там, блядь? Хотел сказать, купи себе мозги, блядь. Ой, бля. Ну, я не знаю, ну чё я ему сейчас скажу, бля. Ну там же рекомендованных, блядь, предметы все стоят. Ну, блядь, посмотри ты, блядь. Прочитай описание. Бля, у нас почти тараска, хуй знает.
Пойду я куплю, пожалуй, сейчас брейсер продам. И затарю себе тарасочку. Опа, опа. А, кстати, аганим тоже ему идет. Но я в рот ебал этот аганим. Значит, аганим что у нас улучшает? Давайте посмотрим. А, значит, каждый задетый герой будет вызывать по два волновых эхо, блядь. Я уже, у меня уже утро, блядь. Тяжко, тяжко, блядь. Шли нахуй отсюда. Да идите нахуй. Пизда, да вы чё? Вы чё, уёбки, блядь, помочь не можете или чё, блядь? Сука, твари ебаные, блядь. Видели, да, они, блядь. Сука, полчаса меня били, пока я бежал. Эх, вы уёбки, блядь. Все, пусть носят, мне похуй вообще. Полчаса, блядь, бежал, твари ебаные. Это твой рот ебал, сука, блядь, девочка. Хуй вообще помогу, мне похуй вообще. Я пойду в лес. Сука, это, блядь. Ёбнутый, пиздец. Ты чё, ёбнутый? Эй, Вася, блядь, на, сука. На, блядь, мразь. Вообще охуел, блядь. Тут фонтан за мной лезет. Вообще конченый, сука. На, сучка. Хуй от меня вообще помощи вы дождетесь, твари, блядь. Вообще хуй. В купол вас закроют, мне похуй. Я буду стоять смотреть, пока вас убьют. Обоссанный, сука. Ну обоссанный, ну чё, блядь, не обоссанный, что ли, обоссанный. Этих, блядь, не буду я трогать пизду. Могу ли, блядь, с грызом в сторону, охуеть. Шалава, блядь. Все, у меня есть тараска. Заебись. Охуенно. Мне интересно, Гуля включает армлет вообще? Нихуя еще не включает, короче. Гуля, а зачем ты армлет купил, ты мне скажи? Для чего?
О, смотри, включать начал. А если бы я не сказал, он бы, блядь, так и не вспомнил про него, наверное. Так и не вспомнил. Войд, сука. Стопы, парни. А мне похую, пусть убивает. Похую вообще. И пусть сносит, все. Даже дефить не буду. Чё, давайте дефьте. Сейчас посмотрим, как пробара, блядь. Сейчас посмотрим, как ты, блядь, пробара задефишь, блядь. Хуесос. Ну я жрак, а ты профессионал, давай. Я посмотрю. Стоит, ждет. В принципе, затар у него правильный. Я не стою, я фармлю. Вот и все. В принципе-то. Бля, спектра, ты ебнутый. Пиздатая игра, да? Мне тоже нравится. Ну вот, блядь, такие вот люди попадаются. Дота это не дота, это хуета полная. Никакого баланса вообще в помине нету. Нет, я не баба, я рак, ты же сам сказал. Я просто рак, а ты проигрок. Так что я просто не стал мешать вам. И я надеялся, что вы сами справитесь. Ну ты сам сказал, что я рак. Зачем я буду мешаться вам? Пошел. Да пошел ты. Нахуй. Нахуй. На, сука. На. Иди сюда, скотина, блядь. Давай. А ты, сука. Ой, блядь, пуша. Надо было убегать, блядь. А я поплакать, поплакаешь? Ага, Бара, поплакай. Это ухую репорт. Не люблю, когда оскорбления, блядь, идут. Шлюха. Так ты чё, будешь играть-то или нет? Алло. Ну давай, как? Добавь меня в друзья-то. Все, сейчас если я эту игру сыграю, я ее тоже, наверное, выложу. Вот. Посмотрим. Может он меня победит, может он действительно так хорошо играет. Может я ошибался. Ну все, в принципе. Пока. Ждите.